стало традиционным нам встречаться здесь по весне и по осени через полгода. Я для себя отмечаю такой более коронный уровень выставки. Мы участвовали в прошлом году, были в Санкт-Петербурге, прекрасные светлые залы, лучшие залы для выставок. Я хотел бы вас и нас всех поздравить с открытием этой выставки. Мы от нашего Института архитектуры и искусств в этом, на этот раз представили впервые 7 работ по прикладному, одна батик и национальный гобелен, 11 новых авторов из числа студентов, которые обучаются на декоративно-прикладном и дизайнерском отделении специализации. И также вот поставили наших участников по живописи, по графике. Но мы постарались привести немножко новые другие работы. Ну, допустим, стилизация на тему авторов. И, мы раньше выставлялись, раньше мы решили показать, что могут наши студенты на направлении. Об остальном уже пусть посудят сами члены жюри, посмотрят, что, как, пожелают им дальше, дальнейших успехов. И всем участникам я желаю хороших результатов. Удачи, творчеству. Спасибо, организаторам. Спасибо. Именно